второе рождение. Именно так можно сказать о работах, ведущихся в здании женской консультации больницы номер 4 в Нижнем Тагиле. С февраля здесь приступили к капитальному ремонту в рамках национального проекта здравоохранения и региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Символично, что это происходит в год семьи, объявленный президентом. В этом медучреждении находится единственный межмуниципальный центр бесплодного брака, который работает с семьями, столкнувшимися с проблемами зачатия. Новый стандарт модернизации призван улучшить демографию. Чтобы женщинам было хорошо и комфортно, проводится вот этот ремонт. Причем нужно отдать должное тому, что сейчас на женской консультации объем работ у них увеличился. Тут работают не только врачи, акушерки, но еще и психологи, которые занимаются в том числе доабортным консультированием женщин и работают с женщинами для того, чтобы решение о прерывании беременности было отторгнуто, да, и для того, чтобы все-таки родился ребенок. Модернизация женской консультации обойдется областному бюджету почти в 30 миллионов рублей. Медицинское учреждение площадью около 900 квадратных метров не только отремонтируют, но и оснастят новой мебелью, установят современное диагностическое оборудование. Кроме того, в женской консультации, которая разместилась в нынешних стенах более 50 лет назад, заменят систему подачи тепла, водоснабжения, освещения, вентиляции, канализации и переложат пол. Черновая отделка, уже готовая под все дальнейшую покраску, дальнейшую отделку. Тут только уже, в принципе, полы. Осталось полы застелить линолеумом, плитку керамическую по коридорам сделать и сантехнические работы все завершить. Работы проходят в два этапа. Пока ремонтируют одно крыло здания, второе принимает пациенток в штатном режиме. По словам подрядчика, полностью завершат работы к концу лета. Отметим, что в женской консультации городской больницы номер 4 наблюдаются около 15 тысяч жительниц города и населенных пунктов Горнозаводского округа. Ежегодно находятся под патронажем свыше 430 будущих мам. Действует дневной стационар на 15 мест.